Всем привет, друзья, с вами Варчик. Объект 777, вариант 2. Конечно же, плохой танчик за жетоны, брать его не нужно. Но на самом деле, танк, который я не хотел брать за жетоны, оказался самым прикольным. И мне на нем было играть интереснее всего. И не просто интересно, так еще и результат был вполне себе достойный. Высокий процент побед, высокий средний урон. И танк мне не показался плохим в чем-либо вообще. Поскольку, я так понимаю, у этого танка четкая задача – ближний бой. И в ближнем бою он чувствует себя вполне комфортно. Да, все это время я говорил, что танк плохой. Но я при этом всегда добавлял, что я на нем не играл. Так говорят все, что танк плохой. И брать его, скорее всего, не нужно, поскольку, глядя, как играют остальные на нем по видосам, казалось, что в нем брони 0, пушка кривая, он никуда не попадает и в целом танк вообще не очень. Это если посмотреть на видосы остальных челиков на этом танчике. Да, я, конечно, не все видосы на ютубе посмотрел с ним, всего несколько. Может, где-то есть видосы, где танчик не называли плохим. Но так или иначе, как обычно, нужно полагаться только на свое мнение, когда сам попробуешь. Я поставил на этот танк досылатель, стабилизатор и улучшенный прицел. И просто ехал в ближний бой рубиться с врагами вблизи. Старался играть в основном бортиком, танковать гусеничкой. В борту у этого танчика брони очень много. Если правильно поставить ромбик, то начиная там с 340 и поехали до 600. Танкует этот танк, будь здоров, если правильно ставить. Да, в НЛД у него 190 мм. И оно такое прямое, торчит на весь корпус. Спрятать его тяжело, если вы просто стоите перед врагом. Но если есть здание, скала, либо что-то большое, можно от этого укрытия поиграть бортом. Показывать лоб корпуса в принципе не стоит. В ЛД у нас бронированная там от 280 до 300 там с хвостиком брони, оно танкует. Но если жопу поднять, то может залететь там в микропиксель под башню там 50 или 100 мм, смотря где. Существуют высокие танки, которые, возможно, сверху вниз будут вам пробивать крышку корпуса. Имейте в виду, что крышка корпуса ватная. Также лоб башни не такой уж и бронированный. Да, там 260-270 мм. На 9 левеле это, в принципе, танкует большинство снарядов 8-9 уровня без голды. Но если стрелять возле маски слева и справа практически в щеки, то там всего лишь 270 мм. И оно в целом будет пробиваться часто голдой с 9 и 10. Поэтому если против вас попадется чел на фул голде, и вы будете перед ним долго на месте стоять, он вам будет пробивать вокруг орудия слева и справа. Также если попасть каким-то чудом в ободок вокруг орудия, кругленький, там 120 мм. Это, конечно, печальная толщина, но оно маленькое, чисто когда повезет врагу и не повезет вам. Лючки на голове по 160 мм, но они маленькие. В общем и целом, для большинства врагов в рандоме вам этой брони хватит за глаза. Многие до сих пор стреляют в гусеницу и не понимают, что вдоль гусеницы стрелять нету смысла, если за гусеницей даже корпуса нет. Ты никогда в жизни не нанесешь урон, если правильно выставлять ромбик. Да и в башню меня особо не пробивали. Все танкование, конечно же, закончится, когда против меня попадется такой же чел с голдой 340, который будет пробивать в лоб башни. Но все равно он не будет пробивать в борт, потому что там брони от 340 и выше. Плюс кумулятив запутается в гусеницах и пойдет лесом. Поэтому в любом случае, даже против голды у нас все время есть толстый борт, который не пробьется даже голдой. Да, если вы его перекрутите, в этом бою вы увидите, что голда восьмерок тоже пробивает борт, если корпус перекрутить. В целом танчик мне понравился. 440 альфа, которая почему-то часто вылетала, там чуть ли не 500. Да, иногда и 380 смешные. Но очень часто и 500. Пробитие ББшкой достаточно, скорость полета снаряда приемлемая, так по 1000. Стабилизация средненькая, сведение средненькое, точность, ну такая тоже. Для ближнего боя, в общем, орудие. Вдаль на ходу стрелять или в целом вдаль стрелять довольно-таки противно.
Но я сразу сказал, это танк для ближнего боя. Рубиться с врагами от укрытия, от стен, от домов, от скал. Можно, конечно, попробовать и от башни поиграть, но крыша башни у нас не особо толстая, и лючки, в принципе, 160 мм, ну, смешно. Но я в этом бою и во многих других танковал самой толстой частью своего танка – борт. Зачем мне подставлять, когда не надо, башню? Незачем. Поэтому попробовал все танки за жетоны, старые. А это Face 1, Шарф Футюр и Объект 777. Все они стоят по 9 жетончиков. Я ставлю для себя на первое место Объект 777 вариант 2. На второе место Шарф Футюр. И на третье место ставлю Face 1. Поскольку Face 1 очень медленный, если сравнивать, как они едут вперед, то объект потихоньку его обгоняет, конечно, но не сказать, что прям уж резко. Но он еще и крутится и поворачивается быстрее. Face 1 вообще не поворачивает, и в этом его, наверное, главная проблема. И бортом там особо не потанкуешь, там чисто от башни нужно играть. Поэтому на нем тяжело подстроиться и успеть поиграть в бои по 2 минуты. А на объекте в самый раз. Мне Face 1 в принципе не зашел вообще. Я его не люблю, но есть люди, кому нравится, пусть на нем играют. Остальные танки за жетоны, видимо, попробуем в следующий раз, когда их делают подешевле. Уж больно они много стоят за жетончики, и брать всего лишь один танк не так уж интересно. А так мы попробовали и Шарфутюра, и Объекта, и смогли сделать общий вывод по этим танчикам. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.